Дизраптор плюс Дарксирчик. Получается связка у них. Ладно, если, конечно, получится. Но антимаг в любом случае это уже украшение этой игры, это точно. Ладно, ребят, давайте голосовать. Значит, у нас Зевса ультимейт. И... опа! Опа! Пантомема поймали здесь, пинают его, пытаются убить, не получается. Пантомем в кусты, манси, коллапса глимсуют, хорошо. Коллапс, топоры опять, и это минус, друзья, пантомем. Я тут все свои дела сделал. Тут у нас мункуши, топорики, да неужели они его забирают? Ты представляешь, его тоже убивают, ты прикинь. Я вижу, у него есть денежка на колечко, он покупает себе его. Да, да, Влас, это прикольно очень. Но еще очень прикольно то, что Мира здздесь справляет с таверной. Первый кил у нас сделают ван мув. Поздравляем их с этим, конечно же. Понял, Ятора на миту летает, там драка. Там драка, нападают на Айанкрада. Он прожимает сифончики, живой, 12 тиков еще есть. Не-не-не, будет трудно мановоит, но... Майнкрафт забирают, я думаю, не убьют. Не верю. Ой, там еще регенерация лежит. Ммм, как вкусно-то, а. Пришел, мункуши нападает. Как бессмертный, что ли, ты че? Не, ну вообще, ты знаешь, борда. Ой-ой-ой-ой, какое хорошее начало драки, какая хорошая инициация, хочу сказать, Ларри. Но он выживает, Ларри или Лару, как удобнее вам называете его, без разницы. Тот живой-живой шторм, живой. Все в порядке, вышка, друзья, падает. Так, ну и тем временем у нас мипошка прилетает сюда. Могли бы глимсануть, хотя зачем, можно убить сейчас будет. Ну подожди, там приходит Мира. Нажимается экзорцизм, прожимается статик. В итоге Мира вылетает на шторм. Это будет минус Мира, кстати говоря. Это немножко накосячили, получается, спириты. Ну саппорт вообще, да, у них уже обнаглели, получается. Там вортекс, гречка, туз, хороший, Ятора, блин, прожимает. А маны у шторма-то маловато, да и Саленс в нем висел тоже. В итоге это смерть. Хотя он брать Бен брал. С другой стороны, врыв. Упрыгивает Мункуши туда. Мира с ворованным блинком залетает на вортексе. У нас штормецкий, хорошо Мункуши бьют. Забирает фантом Петер. Вот это неплохая контр-инициация. Статик просто пятибалльный ставится. Браво, браво. И умирает, во-первых, Ларри, во-вторых, Рор. Хотя, подожди, Гилгера можешь сейчас добить. Подожди, умирает и Гилгера еще, стоп. Стоп. 2 в 2. Так. Кошка и Айнкрафт делают... Далеко пошли спириты. Там, например... Ладно, врыв, нападает на Айнкрафта. На тос, работает, прожимается статик. Прикольно, Айнкрафт. Ну, смотри, они даже шторма не могут убить статики. Но он с Аигисом же, и он еще не умирает. Ты представляешь, вортекс, да, успевает. Минус есть Айнкрафт, минус пантомем. Гилгер там еле-еле живой, залетает сюда у нас шторм. И у него регенерация, что еще имеется. Так что прекрасно. Как ни странно. Да, Антима, посмотри, они настолько в своих силах уверены. Ятора просто уходит в двойку фармить, пока команда добивает сторону. Это уже интересненько. Поехали, врыв сейчас будет на Мункуши. Где он? Вот он, БКБ есть. Там БКБ, вортекс пошел, Мункуши, до свидания. Минус пантомим, но все слишком легко. Айнкрафт, сифончики работают. Айнкрафт больно, очень больно. Айнкрафт отправляет Айнкрафт на таверну также. Вперед, на Afterlife он ставит пока что стенку. Ну и, в общем, GG, да. Goal next, лучше 21 минута хватает спиритом, чтобы эту игру закончить. Обычно, но интересно, да. Вообще такой матчап. Я не помню, чтобы алхимик керри против Абадона. Не, такое по-любому когда-то было, но просто не 100%. Но я такого не помню уже. Ты вышел на природу, знаешь. Опа. Поймали у нас Afterlife, шикарно, 1-0. И вот где-то в августе бы, вообще в идеале в августе бы сделать его, как на старый International, шикарно просто будет. Конец лета, все дела, Afterlife, больно. Сифончики, две штучки работают, есть листик, есть ферик. Есть гречка, живой, друзья. Afterlife кастует с колбочком, пытается уйти, прячется. Но здесь Ятора, и это уже киллинг спри для Ятора. И это еще не конец, потому что поймали у нас Гилгера больно. Непошка, отойди, ты что делаешь? Ты че, ты сейчас умрешь от этого кирпичика. Накастовывает Ятора, прекрасно, спрей есть, броня снижается. И это доминейтинг, друзья, на 3 минуте от керри команды Team Spirit. Вот, хорошо. А добить, вот так вот. Вообще, это, знаешь, они очень круто делают, потому что вот такие турниры, проводя не только по футболу, не только по, там, по киберспорту, да, и вообще там футбольные там команды, да, у них там тот же Ронан перешел. Вообще, последние годы, тут у нас поймали Гилгера. Гилгер, до свидания, в размен на мипошку. Из Мирадоты. И все, собственно говоря.
Вот, так что подписывайтесь. Ай-яй-яй-яй, тут у нас убивает Мирослава. Но Мункуш и пал, с другой стороны, это хороший килл. А Инкрат тоже может ехать, кстати говоря, он может. У него сейчас будет, подожди, ой, не успевает он уйти. Даблкилл делает у нас. Так, напали на Ларри, он пытается уйти и стосик его обратно. В итоге Ларри улетает и, собственно говоря, ушел. Угу, Майнкрат. Осторожнее нужно быть, Миро. Начинают цеплять. Мира. Я только что уходит, там гречка. Тосик забирает у нас Мирослава, минус Мира. Хорош. Коллапс за Гилгером. Побежал. Летят импетусы, коллапс разворачивается, коллапс, стан, печенька, не самая удачная. Но есть метеор, он, конечно, будет сбиваться, само собой, поэтому коллапсу нужно убегать быстрее сюда. Летят арбы, летят тычки, но он, конечно, должен будет здесь рассыпаться. Вот так вот, то самого долго живет, долго, но умрет он, понятно. Друзья, уже 12-8, подошел максимально вот именно... Серьезно к этому вопросу. А там на Afterlife хороший врыв. Минус Afterlife будет сейчас. Afterlife, есть сифончики. Ну и Финсгрип, Afterlife. До свидания, Double H. Есть и... Мисс прокнул, прикинь, грисы нажимаются. У меня мисс прокнул, ты представляешь? И он вышибает телепорт. Да ну, гречка, то ладно, все тормозит его. Там еще и коллапс, кстати, застрял немножко. И коллапсы могут тоже убить, но он все-таки выжил здесь. Абсолютно любой человек сдаст. Так, а там у нас врыв, полетел, Непошка больно, печенька откидывает, пока что Непошка нажимается дремком, Непошка больно, и подхивочка есть от мира, ворованный фостик шелд вешается, друзья, представляете, минус пантомим будет, на Afterlife побежали, ловить его под стампина можно, Afterlife опинает, колбочка раскастовывается сюда, хорошо, поймали, печенька вперед, нормально, Гетора, конечно, бьет, не так больно, пока что носит он урон, но пробивает, медленно, там, да, как-то с натяжкой, но пробивает на Инкрада туда же. Бочечку давай раскастовывай. Нет, он в Гилгер обрывает все-таки. Там что у нас будет с Инкрадом? Нажимает он иллюзии, спасается. Хилится ботлом. Гилгер тоже выживает или нет? Коллапс залетел, получил тонну урона. Сейчас коллапсу неприятно становится. Кстати говоря, он очень хилит, типа с метеором своим. Ему не просто питать. У него нет там какого-то резиста, да, физического или магического. Сейчас будет худ. Так... А там у нас врыв на Мипошку. Найтмэр полетел. Печенька пошла. Есть импетусы. Запрыгивает коллапс. Хорошо. Есть тан. Есть дабл эйч. Мункуши. Куши пошла. Гречка. До свидания, Мипошка. До свидания. Коллапс отправляет ставерну. В итоге Етора. Пантомим. Вот так вот печенька не самая удачная получается. Пантомим. Етора погоня фейтбол разряжается. В итоге это минус. БКБ на Afterlife. Погоня полетела. Горит Мира. Очень больно. Мирослава секундочки работают. Минус Мира. Тут бьют Afterlife. 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 Худ прожимается. Моментально впитывается магический урон. Здесь минус Ларри. Друзья, минус 3 не делают. Представляешь? Это минус 3 уже. Хорош. Вам... А может быть Рошку забрать еще? Какую Рошку? Там уже 3 минуты. Ё-моё. Минус Мипошка. Хорош. Залетает. Ох, как хорошо залетел, но Айнкрат дает блинк. Реакция неплохая, там стан не очень удачный. Кривой врыв. Максимально от спиритов. Пошли дальше, они нападают на Гилгера. Тут Гилгер, сифончики из него выкачивают жизненные соки. Гилгер, конечно, должен, наверное, управляться. Там пить есть. Минус Гилгер есть также. Так, ну а Егишар. Так, тут что у нас? Пантомим, печенька. Пока Мипошка отступает. Ларри там у нас кустик прячется. Телепорт нажимает. Пытается улететь. Есть гречка, есть тос. Мипошка очень-очень неприятно. Отправляет ставерну. Мира успевает улететь по глимерам в телепорт. Имеется в виду то, что если не звездятся сильно и не расслабятся. И только себя, наверное, они смогут уничтожить сейчас. Вот на данный момент. Потому что я вижу в мире по доте пантомим. Неприятно. Дринкова нажимается. Afterlife забегает. Мира, печенье. Мирослав. Стампит полетел. Импетус отправляет с мира в таверну. Тут его не получается уйти. А вот коллапс. А коллапс, коллапс, коллапс. Разворачивается, врывается на Мункушин. Там ультимейт, а манта, ультимейт, что имеется. Ну, даже не манту, не ульту с него не выбили. Итак, коллапса нужно бить. Башек нужен, очень сильно нужен башек. На Мункушин не хватает контроля. Коллапс, коллапс. Гречка будет, найс. Сбивает телепорт. Молодцы, молодцы. Подветренный сейчас. Тут аба, абу так не удивишь, да? А вот это можно, а вот это интересно. Прыгает коллапс, но без стана залетел до ветра и просто убегает. Что-то странное от коллапса получается. Стампит, запрыгивает, стан хороший. Кстати, стан просто шикарный. Минус пантомим у нас, до свидания. Там умирает Мипошка, минус Мипошка. Можно бить Ятора, Ятора. Какой же он красный, ё-моё. У него реально 2000 хп и 8 брони. Вот сейчас я это понимаю, что это прям ужас просто.
Это просто караул. Там поймали Мирослава. Минус Мирослав еще. Забирают его. Спереди бегут. Бегут, бегут, бегут. Так. Их спалили. Залетает на Миру. Быстренько пытается сбрить. Сбривают. Там полетел Дримком. БКБшка нападает на Гилгера. Не убивают его, ты представляешь? Даже Гилгера убить не могут спириты. Я не знаю, они как будто ракалы какие-то. Инвалиды, знаешь, Доти. Вот именно в этой игре. Вот их герои. Спириты все делают правильно. Вот я говорю про инвалид, то что вот их герои. Вот они что-то пытаются бить, но вообще не бьют. Вообще вот ни капельки не бьют, такое ощущение. Вы что? Две стороны упало. В общем, ладно. Нападает на Мира. Мира спасает Стрикинес. Ворвал себе... Ну, у него фастикшот, что... В общем, друзья, это минус две стороны. Это Мипошку бьют по тир 4. Ятора сидит на камеру там на свой iPhone снимает. Пока что Эбисов на брынке залетает на Мипошку. Щелк, щелк, Мипошка, до свидания. Гилгер. Да нет, тут уже далеко, ну, далеко вы что делаете? 12 секунд до Ятора. Вот сейчас нужно отступить. Алхимик у нас без ББка. Вот так вот, денег нету. Алхимика на ББк. А страшно ворваться без бая. Страшно, это что такое у нас? Это что у нас за смертник на Гилгере ворвался? Эбисов там форстафует. Абадон, ты нужен. Он полетел вперед. Нужно спасать своего Гилгера. И спасает он его. Он его спасает. Они не могут тебе никакой спорт, друзья, убить. Ну о чем речь вообще? Да не, ну тут все. Яторов таверну справится, скорее всего. Гилгер не заберет. Там музыки и Абадон. Да не, Next нужно начинать здесь. Тут все. Не, красавцы, ван мув, красавцы. Мне крипы есть. Все. GG. Браво. Браво. Но вот третья карта, обычно, зная спиритов, это вот будет что-то похоже на первую. Ну ладно, ладно. У них нету комбинации под Дарксир, это никакой, к сожалению, в этой игре. Но будем смотреть. В любом случае, профессор Морф — это проблема. Если не ошибаюсь, вышел, короче, что такое Мипошка делает? А, это он пытается Гюгера убить. Ну, пожелаем ему удачи. Ну, бывает такое. Ладно, на фиде у нас пей. Это печально, то, что он так стоит. А там нападает у нас на Мункуш, друзья. Хорошо. Мне так казалось, да. А там врыв у нас на Ятора. Ятора в вейформ пытается уйти. Айнкрат за ним. Гречка полетела. И Тос обратно по Ятора. Ятора ставит стенка. Прекрасно. Айнкрат продолжает его бить. Ятора минус. Вот классный кью. Ускакивает. Ну а спириты пытаются у нас вышку тир-1 сломать. Пантомем. Только помер, бедный. Пфф, только помер, появляется, прилетает моментально, отправляется, наверное, мной. На тут поймали, кстати говоря, Гилгера, друзья. Поймали его, Гилгер неприятно. Горит, гречка Тос, воруется там у него. Эта гречка засыпается в ответ. Пантомемом поймали, гречка полетела. Пантомем питывает пока что. Пошка неприятная, пошка. Должен отступить, но, в общем... В таверну. А в Титра пришел? Это страшно уже. Там Клаус бегает сбоку. Хорошо, залетает он в гущу событий. Титра настреливает. Прощается почему-то именно в Enchantress. Нажимает Enchant. Есть вакуум, есть стеночка. Титра, главное, тут перекачивается вовремя. Минус Мира, минус Пантомем. Afterlife остался. Один удар по нему, его избирает. Ларри красный. Очень кастуется одну кушу. Полянка. Коллапс убегает. Но бревно его все равно настигает здесь. Что вот я долго откладывал этот кайф. Так, а тут на Пантомема. Пантомем. Ну, опять же, да, без Сильвера будет трудно. Врыв на Ятора под перекачку. Пытались его поймать, не получилось, не хватило урона. В итоге Ятора все-таки перекачивается. А вот теперь проблемки будут, да, у Пантомима. Теперь его с магией сейчас разобьют. Вот нажимает смоки, смотри, собирается вот так. Мипошка его быстро сейчас берут, скорее всего, здесь. Да, Тос, гречка хорошая, Мирослава. Мипошка в таверну, Мирослава подходит как раз так сюда. Но ничем не помочь. Че, будет врываться, что ли? Да, нападает, выспирит, нападает на Гилгера. Тут Гилгера рассыпает. Ятора БКБшки, нужно просто выйти. Сбоку там у нас летел шторм, под суицид, под сайленс. Браво, и ультимейт нажимает коллапс. Вот это интересно уже. Минус Айнкрат, это уже намного в разы интереснее получается, друзья. Там прыгает на ХГ Ларри, снимает пока что варды у нас. Накажут меня татары. Так, коллапс, залетает БКБ. Пытается убежать. И, в общем-то, уходит. Да, пока что отсюда Ларри. Нападает на Пантомима, там прожимается БКБшечки, бьют Ларри. Неприятно, сможешь ли он уйти? Пока смог, смотри. Или нет, или не смог, Ветра. Ветра, сейчас будет пульс. Пульс заряжает. Секунда. Секунда оставалась, но все-таки не убивает. Молодцы, молодцы. Опа,
Мункуши. Ятора нападает на Мункуши. Мункуши, БКБшка, он просто рассыпался. Ой-ой-ой-ой-ой. Дальше на Гилгера. В итоге пинает у нас Гилгера. Гилгер неприятно, засыпает его Яторы гречкой. Он настолько быстро превратился. Я даже не заметил, как это произошло. Что-то Рубик дал, я не понял. Ну там, а, это Рубик дал просто. Я думал, Ятора. Он-то в МК превращается. Все. Ну, что за скил такой, что за там за скорость прошатия кнопок непонятная. Пантомим, таверн тоже, да? Да. Ну, с другой стороны, 3 в 3, но я то раз сделал трибл килл. Так, и там у нас Айнкрат, залетает у нас и вакуум прекрасный мира. Бьют мипошку, минус мипошка, Ятора под БКБ, работает, вейформ, неприятно, максимальный, Ятора продолжает бить, в итоге он-то выживает, но он, кстати, очень красный, иначе не хватает сатаника, мне кажется, вот чего не хватает, да? В этом замечательстве было показано, явно это было видно. Прыгает у нас на Гилгера. Ятора, шповая форма у него, он откатился. Давай, превращает шторма, дает вортекс. Ему больно, 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 но там же есть Аегис. Помним, и Брайт тоже. Поэтому Ятора может так вот далеко на себе зайти, позволить. А вот это интересно, а Void Spirit, а сможет ли он уйти? Хорошо, ездит, Зимлейд спасается. Но Астрал Степ КД, Ятора промывается на луграунд, прыгает коллапс. Полетел, хороший Салюс, Ятора перекачивается, Лукас бьет, бьет, бьет героев, минус Мукуш, минус Айкрат, все. Тут, друзья, должна быть минус сторона или куча байбеков. А что у нас по баям? Когда я захожу играть в доту, все выпившие, меня плавят очень сильно. Ну, тут минус будет, пантомим. Должен быть минус. Гигр или глиммер? А, вот так, да. Ну, вот так вот заберут. Да добейте вы уже его, ё-моё, добейте. Хорошо, убили. Просто я хочу сразу спать. Мне прям, знаешь, сонливое состояние появляется. Вот. И мать по одному. Отец героини. Нет, это мы осуждаем. Тут у нас врыв, нападают на Гилгера, там Глиммер. Глиммер очень мешает сильно. Ятора в БКБ, в дабл дэмэджи, с дабл дэмэджем он просто Мункуши в поляне не чувствует. Он не чувствует вообще уже никого, в принципе, в этой игре. А у него вот уже еще подъехал сатаник, да? Так, ну тут ладно, тут в общем... Чего, если это было ожидать от спиритов? Да, первую карту мы выносим, вторую карту мы непонятно что делаем, третью... Так, поймали они все-таки его, друзья, он без маны. Он без маны и без бая. Вот, да, осторожно. Я согласен, осторожно, нужно быть в шторму. Вполне ожидаемо от спирита будет. Так, ну смотрим. Залетает у нас Айнкрат, нападает на мипошку. Мипошку быстренько щелкает, очень хорошо. Начало уже положено, но Ятора. Есть Ятора, который убивает очень быстро. Айнкрат, у него байбек выкупается. А, подожди, а куда он делал его, ё-моё. У него вроде бы убавили, не показалось. Ладно, в общем, это минус. Майнкрафт, очень важный килл. Что у нас там не то, что там занимает? А, вот он, друзья. Мункуши бьет, я слепой. Мункуши улетает. Ну, без БКБ, без поляна, все остальные дохнут, в общем, тут ГГ. Да, это 2-1, спириты, хорошая карта третья. Я тоже заброшу карту, однозначно реабилитировался. Хороший морф, качественный соляра. Хотя, хочется также и в спирит тоже выделить в этой игре. Молодец, он большой, вообще спирит молодцы.